Итак, всем привет, друзья, с вами снова я, Зазепа. Итак, не опуская момента, я решил протестить еще приложение ВКонтакте. Популярное и... Что у нас такое здесь более-менее адекватное есть? Я даже не наблюдаю ничего есть адекватного. Так, ладно, там уже не то идет. Так, сокровище пиратов. Давайте сокровище пиратов. Сколько в нее играет? 12 миллионов участников. Воу. Запустить игру. Отличная игра в три ряда. У меня даже... Сколько? У меня уже 5 друзей в нее играет. Даже Андрей Елисеенко. Как ты мог? Хотя, может, игра интересная. Это в отличие от Аватарии. Чтобы перейти на новый уровень, команде нужно 3 бутылки рома. Да мне тоже нужно 3 бутылки рома. Так, у вас в руках карта сокровищ. Отгадайте все загадки на пути к кладу, и вы найдете сокровище Генри Моргана. Давайте приступим. Сокровище Генри Моргана. Так, ну я понял, я не дебил. Так, давай вот эту вот фигню сюда. А? Да хорошо, так. Типа, получил там какое-то очко. Так, и что? Нужно сейчас, короче, вот так вот, да? Там еще одну очку получаем, еще одну. Просто незабываемая игра. Так, вот так вот. Еще одну очочка. Так, о-о-о-о-о-о. Ловить, ловить не успеваю, ловить не успеваю. Так, вы набрали 22 900. Рассказать. Вау, Катюша, 25 700. Молодец. Я обошел Аленку. Ну, хорошо. Ладно, пойдемте. Пойдемте сюда. Да, понял я, понял. Типа, больше будет, да, эффект. Типа, такой... Так, давайте камешек сюда. Вон там еще. Дальше сами. Решайте сами. Так, вот сюда сразу четверочку делаем. А. Здесь, типа, у меня всего 2 хода, что ли, было? Или я, типа, уже там прошел, считается? Так, ладно. Так, Юлька, Юлька. Я тебя обошел, а. Ну-кась. Соберите ряд из 5 камней, чтобы получить звезда. Это не так кажется, там, когда будет еще раз 6. Так, перед этими местами звезду с обычным камнем на поле взорвутся все камни такого цвета. А, ну давайте, оранжевых, что ли. Дальше сами, решайте сами. Так, давайте вот так. Как бы это так получше провернуть операцию? Вот так вот. Угу. Так, ну давайте вот так, что ли. Так, а чё это он не дезактивировался? Так, и вот сюда. Замечательно, сразу там. Прошли. Так, хорошо, набрал 3 звезды. Так, ну пойдемте сюда. Так уж и быть. Начали. Начали. А, не будет подсказок! Как же без подсказок? Так. Так, давайте вот сюда. Не, вот эту надо рыжу было сместить. Ладно уже. Хотя, вот так вот сразу 2 черепа получим. И вот так вот там. Просто мастер. Мастер своего дела. Ну тут если не... Так, опять меня обошли. Ладно. Кристина, ха-ха. Это что за орех? Долина сладостей. Не, спасибо. Я больше по полусладостям. Так, теперь вам доступен молот. Он разбивает любой камень на поле. Попробуйте прямо сейчас. А можно бы твою голову его разбить, а? Так, ну давайте вот это. Ага. Только нахрен мне это надо было? Я так и не понял. Думайте сами. Решайте сами. Так, вот это вот.
хренистику мы сюда загоним. Так. Вот сюда вот. Я хотел вообще-то вот это вот сюда. Я ж типа за зэпа, я лучше знаю. Так, вот это вот надо вот выдавить. Там где черепки. Детский лагерь черепок. Вот сюда вот. Так, по одному черепу фармим. О, пошел раздат. Не, не хочу вот это. Я не хочу. Я хочу вот так вот. И потом вот так вот. А, я понял. Типа нужно наоборот меньше черепов собирать. Я их старался больше. Черт возьми. Ладно. Так. Ну давайте уже пофармим вот так, что ли. Так, ну давайте уже по этому ряду. Так. Так. Что еще мы можем сделать тут? Еще мы можем... Да, спасибо за подсказку. Я бы, наверное, никогда не справился бы. Нет. Нет, нет, не-не-не. Я хочу что-нибудь другое. А, фиг с ним. О. Вот так вот. И вот так вот. Ладно, сколько можно уже дрочить этот уровень. Давайте, знаете что? Давайте. Давайте без давайте, давайте. Давайте вот так. Нет, ходов. Зачем мне ходы? Ну ладно, давайте соберем последнюю метку, так уж и быть. Думаю, это сам зафейлю это все дело, да? Я вот не пойму, здесь надо побольше очков этих нафармить или что? Или быстрее сделать, попытаться это задание. Что спрятано в этом сундуке? Наберите нужное количество звезд на уровнях, чтобы открыть. Ну давайте, наберем еще большее количество звезд, которые мне нафиг не нужны. Так. Давайте сразу вот так. Попытаемся по-быстрому все это сделать, дело. А, ну здесь, походу, реально на скорость. Вот так вот. Вот так вот. Так, а здесь на время нет. А то я так потупить люблю иногда. Ладно, давайте вот это вот снимем уже рядик. Вот так вот получим там ультра-мега классную штуку. Так, нафига я это делаю? А, ну сюда вот обновим рядик. Отлично, у нас есть звезда. Звезду мы вот так вот сделаем. А, типа она должна быть рядышком, да? Рядышком. Ну давайте голубеньких, что ли. Так, минус один черепок. Черепок. И все ок. Так, что он от нас хочет? Вот так вот, да? Вот так вот. Что бы еще сделать? Что бы предпринять? Вот так вот, наверное. И красных надо сюда пододвинуть. Все. Один с ходов у нас еще в запасе было. Так, надеюсь, звезд я там насобирал нормально, а то я сейчас не выдержу и расплачусь. Мне сундучок надо открыть. О, еще один сундучок. Ну, давайте, давайте. Начали. Давай, вот так вот сразу. Минус два черепа. Вот так вот. Так. Вот так вот. Давайте уже вот так вот сделаем.
Получим диагональную фигню. Ну, минус тебя сделаем. Тебя сразу же. Тебя. Зеленого мне на родину верни. Ладно. Продвинем еще зелененьких. Так, сюда пропадем немного. Так, вот так вот. Отлично. Просто, просто убил все. Так, вот здесь бы что-нибудь предпринять. В срочном порядке. Надо вот эту фигню как-то выковырить отсюда. Так. Вот сюда провальчик сделаем небольшой. Так, ну зеленые тогда сместятся. Блин. Ну ладно, детка. Так, синеньких сдвинем. Так, красненьких подвинем. И опять не хватает. Да что за фигня такая? Давайте вот так уже. Как оно просило у нас. Не, не хочу я зеленую тратить. Я зеленую хочу вниз провалить. Вот так вот сделаем. Осталось 5 ходов. Типа я сейчас солью, да? Да. Давайте красных. Так, блин, я не то хотел сделать. А хотя, последний ход почти. Замечательно. Все, выполнили. Прошли уровень. Ну, хоть звезд дало немного. 32 тысячи, в конце концов. Вы нашли в сундуке 400 хрени, типа голды, да? Давайте... не хочу я рассказывать друзьям. Я не хочу, чтобы они знали, что я вообще в это играю. Так, ладно. Один сундук посмотрели, до 8 уровня уже дошли. Короче, всем спасибо, что смотрели. Ставим лайк, с вами был Зазепа. Всего хорошего, удачи и пока.